Зрители телеканала «Наши новости» помогли парню из Новоалтайска пройти дорогостоящее лечение в Германии. Осенью мы рассказали историю Жоры, который страдает пороком сердца. У 18-летнего Георгия было серьезное нарушение кровотока в правом легком, которое грозило ему ампутацией органа. В российских клиниках парню отказались сделать операцию. Помощь предложили в берлинском кардиоцентре. На лечение Жоры собирали деньги по всему краю, в том числе и наши зрители. За несколько недель семье перечислили около 3 миллионов рублей. Пока вроде как все идет к тому, что можете нам помочь. На данном этапе ничего такого мы там не услышали, что нас огорчило. На днях Жора и его мама прилетели в Берлин. Сейчас парень проходит обследование. В конце недели врачи должны приступить к операции, которая позволит сохранить ему легкое.